За лето этого года буквально на глазах преобразились территории домов 10 в первом микрорайоне и 7 и 8 в четвертом. Расширены парковочные места, установлены лавочки, урны и детские городки, уложен новый асфальт. Все эти работы были выполнены за счет финансирования по программе «Комфортная городская среда» и благодаря инициативе самих жильцов, которые откликнулись и организовали своих соседей, чтобы реализовать возможность улучшить условия своей жизни. При этом жильцы сами определяли, что нужно сделать во дворе, и на протяжении всего ремонта контролировали качество работ. Сейчас полным ходом идет благоустройство двора дома номер 1 во втором микрорайоне. Будет выполнено расширение парковочных мест, ремонт тротуарных дорожек и благоустройство газонов. До конца августа работа будет выполнена. До конца августа управляющие компании города будут принимать заявки от жильцов многоквартирных домов для участия в программе «Комфортная городская среда». Не оставайтесь равнодушными, принимайте участие. Только от вашей активности зависит, каким будет ваш двор в следующем году.